Rainbow English, учебник 5 класс, Unit 2, Step 4, упражнение номер 7. Ну, такое небольшое, нам нужно послушать, ну, мы почитаем и переведем rhyme, то есть четверостишие. Here's the bird that never flew. Вот птица, которая никогда не летала. Here's the tree that never grew. Вот дерево, которое никогда не росло. Here's the bell that never ran. Вот колокольчик, который никогда не звонил. Here is the fish that never swam. Вот рыба, которая никогда не плавала. The end. Вот и все.